Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинду Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохарам Паншакалпатарувасчаки пасиндубевача Патитананг Павани Бхавишнавибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирам Ядки Патамаханг Ванди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешвасача Шна бхакти паде деви саттваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарам чайва нароттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катха упадеше Гаури апатрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамадакша Джагодварану Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Виттаттихам Панатапалли Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандаманичатая Биспуриджита Кимапикабхавадуша Дарси Пурнану Рагараса Сагара Сара Мурти Сарадика Майкада Кипам Краси Си Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита Бхуджау Канака Бодато Санкиртаной Капитару Камала Йотакшо Вишамбару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушита Бама Бхагам Нараяно Прияманга Мада Бхарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшмир Джоша Чабакшаши Ясьясте хиде самбит Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Сарирам Босу Вигьянам Басаха Карма Гунану Гуну Карма Гунану Гуру Артам Дхаре Джасту Сашишаха Найтарасситаха Сарирам Босу Вигьянам
Sariram Bosu Vigyanam Basaha Karma Gunano Guru Vartham Dhare Jastu Shasishyaha Netarasritaha Sariram Bosu Vigyanam Vasaha Karma Gunano Asuno Guru Vartham Dhare Jastu Shasishyaha Netarasritaha Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru said, if I am not able to offer Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что если я не способен предложить все Гурупада Падме, то нет никакой возможности, что я смогу достичь вечного служения. Гаудия Гуштипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, до тех пор, пока мы не будем готовы предложить все полностью лотосным стопам Гурупад Падме Садгуру, то до тех пор у вас нет возможности обрести лотосные стопы Бхагавана. Один саду, он может быть известен в соответствии со своим намерением держаться абсолютной истины. Саду может быть известен как определяется качество саду. Как понять, что это настоящий саду? Нужно посмотреть на его сердце, насколько он предан абсолютной истине. Даже перед лицом больших проблем он никогда не пойдет ни на какие компромиссы с Майей. Это в этом главный симптом. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал то же самое. Саралота – простота, значит, простота. Простота значит, что хочу сказать этим, вот то, что говорится в этой шлоке. Когда то, что внутри моего сердца, это есть саралота. Некоторые люди думают одно, говорят другое, делают третье. Это запутанность. Джагадананда Пандит говорит, это очень сложно понять учение Шри Чайтанья Махапрабху, но также очень просто, когда мы просто сердечно, нет никакой запутанности в нас. И тогда мы можем. И вот Джагадананда Пандит говорит, если человек станет простым, то ему будет проще понять учение Махапрабху. Может, вы недостаточно образованы или неграмотны, но все же вы можете понять. I can show illiterate. He was a gate man, Nepali. When he saw Madhu, вот один преданный не имел никакого внешнего образования, но когда он увидел Шрилу Бхактивиданта Мадху Госвами Махараджа первый раз в Силигури, это был, он там работал охранником, и потом он понял, что это настоящий саду. И вот только видя саду, вы можете очиститься. Просто получив даршан саду, если мы хотим очиститься с помощью Ганги, то нужно принимать в ней омовение каждый день. Но если мы один раз увидели саду Вайшнава, то этот даршан очищает нас. Даже просто увидел, но некоторые люди не очищаются, получив даршану вечного. И почему?
Вайшнавы не очень чистые. И вот я могу показать множество примеров, несколько расскажу сейчас, связанных с Шрилой Бхактипрагьян Кешава Госвами Махараджем. И вот тот преданный с Непала, когда пришел, увидел Шрилу Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа, он очень вдохновился им и пришел к нему. Он был очень предан Гуру Падпадме по-настоящему. Он мой брат Боги. Но когда я говорю о нем, вы можете подумать, что он мой гуру. Хотя он мой брат Боги, но я отношусь к нему как к гуру. И это мой даршан, но все же кто-то... Если вы понимаете бенгали, вот, Махарадж был в Силигури, говорил Харикатху. Вот, просил Кешава Госвами Махараджа, Вамана Махараджа и Говинду Махараджа. Он ученик Вамана Махараджа, внешне как бы сумасшедший, но это только кажется. И вот его тирабхакти, он оставил тело. Когда я начал говорить Харикатху, если вы понимаете бенгали, и вот Говинда Махараджа внешне, ну, как бы ученик Шрилы Вамана Махараджа, но если вы послушаете Харикатху, то можем подумать, что гуру Шьямбабы. С таким уважением он говорил о нем, но все же. И вот когда Вамана Госвами Махараджа ушел с этого материального мира, и вот Говинда Махарадж решил тоже уйти с этого мира. И сказал преданному, что мой Гурудев ушел, я тоже уйду из этого мира. И он не выпил яду, не повесился, просто взял и ушел из тела. Чтобы понять преданного, нужно рождаться миллион раз. И после этого только можно понять, кто такой Вайшнав. Вот нет разницы между Вайшнавом и Бхагаваном. Что там? Если мне будет возможно, увижу Бхагавана и Шрилу Прабхупаду, я скажу, что я предпочту Шрилу Прабхупаду и прыгну к его лотосным стопам. Но все же не каждый может понять мое сердце. Кто-то думает, что я их враг. И вот этот необразованный человек, Парвот Махарадж, он получил саньясу от Шрилы Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа. Всех остальные преданные, они были против, выступали против него, жаловались Шрилу Мадхава Госвами Махараджа, что Махарадж, не давайте ему саньясу, он необразованный. И вот каждый советовал Гурудеву не давать ему саньясу. Но это оскорбительно давать советы Гурудеву. Садгуру никогда не может совершить ошибку. Они действуют в соответствии с высшей волей. И если кто-то пытается давать советы Гурудеву, это оскорбительно.
И вот все жаловались Шрила Мадхава Госвами Махараджу, что, ну, и говорили, что саньясу не нужно давать. Но Шрила Мадхава Госвами Махараджу сказал всем, что если я не дам ему саньясу, то Бхагаван не простит меня. Вы понимаете? Шрила Мадхава Госвами Махараджа сказал, если я не дам ему саньясу, то Бхагаван не простит меня, я должен дать ему саньясу. И как это понять? Как понять настроение Гуру Падпадмы? Вайшнавы, они беспристрастны. Они всегда на стороне Сиддханты и истины. Если весь мир выступает против, то они не поступятся со своими принципами. И вот еще один пример. Говинда Махарадж, он был лучший из учеников Шрилы Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа, но никто не знал. Он написал книгу. Поскольку текущие ачарьи что там боролись друг с другом. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура еще давно предсказал об этом. Зачем ачарьи борются друг с другом, почему бы не взять и не пытаться утвердить абсолютную истину? Можете ли вы доказать, что они проповедуют? Можно видеть под видом преподавания Гиты. Делают людей какими-то материалистами. Ну, как кто-то работает на Тату, это индийская компания, типа Газпрома крупная. И вот перед тем, как работать, там каждый день нужно полчаса лекцию послушать. Там наняли какого-то профессора, он там их мотивировал своими лекциями. Ну, в общем, эти лекции для большей мотивации работников. Ну, чтобы те работали и не думали ни о чем другом. И вот и перед кем же говорить харикатху? Бывают люди, которые не могут отличить коммерческих организаций от духовных. И вот некоторые недовольны то, что кто-то говорит абсолютную истину. So I can give you so many examples by the help of which I can try to make you. И вот я могу дать вам много примеров, чтобы утвердить Сиддханту. И Шрила Прабхупада говорит, мы почтальоны. Любое письмо, приходящее с Вайкунтхи в этот мир от Махапрабху, от Нитьянанды, мы должны передавать эти письма, это послание, в смысле, всем.
You cannot go against Chaitanya Balaram. He can destroy everything. You are sitting on arms and ammunition. Any explosion is going on. A big explosion can take place. I forecast. Baba speaking, we are the postman of that Golok Vaikuntha. Why you become angry with me? И вот мы, посланники Вайкунтхи, если нам дана ответственность передать это послание Вайкунтхи другим, то мы так и должны делать. А если кто-то обижается на нас и выступает против, то что делать? Мы просто почтальоны. Бывает, что люди опечалены известиями в письмах, но почтальон тут ни при чем. Он просто передал его вам, это послание с того мира, нам. Ну, бывает, что некоторые люди как-то недовольны становятся этим. I cannot allow the lamp to put off. It's my resolution. I cannot allow a lamp lighted by Chaitanya Mahaprabhu, lighted by Bhakti Vinod Mantel. I am going to do the same law, same job. I can very easily earn money, billions of dollars very easily. Nobody can make competition with me. But I am not doing. That is my fault. Я не стремлюсь к деньгам. Если бы стремился, мог бы много заработать, но у меня нет такой цели. Поэтому я не говорю какую-то сладкую философию, я говорю то, как оно есть. Хотя внешне гораздо проще говорить ради удовлетворения публики. Наши гуруварга постепенно, они все ушли. С этого материального мира я тоже хочу уйти. I don't like to stay. All Guru Varga, Guru Maharaj, Sadhu, they all bound with the all. Finally, when they even Bhaktivinoda. И вот наша Гуварга, даже Бхактивинода Такура, видя, что весь мир он против чистой преданности, хотят заниматься какой-то имитацией под видом баджана. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура решил уйти с этого мира, явил лилу болезни, и Наротам Тхакура также. This material one go back. You get stool and urine. Go in the market. Take stool and urine. Go market. You need not come to me. Why you are coming to me? What I can give to you? Bhakti Vinod left. Guru Padma. Вот Guru Padma тоже перед уходом он явил лилу болезни. Наротам Тхакур, Шанта Махарадж, Вамана Махарадж, Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Когда они увидели, что никто не хочет слушать и понять абсолютную истину. I don't need even a single penny from you. I can go away and do my bhajan and leave my body. I was there. Why you call me? I was there in Vrindavan doing such a bhajan, begging bread and taking, maintaining my body. Why you call me? Why you call me? Вот я жил во Вриндаване. Зачем Махарадж там бхаджан совершил? Зачем вы позвали меня? Если не готовы слушать Шрила Бхактипрагьян Кешава Госвами Махарадж, если я буду говорить о нем, весь мир почувствует себя стыдно, хотя и, ну, не факт, поскольку много демонов в этом мире.
И вот что я хочу найти вас, хотя бы человечность. Я не надеюсь на какую-то преданность, но хотя бы человечность должна быть у вас. Если у вас есть человечность, то вы будете плакать, увидев, что они сделали для того, чтобы сохранить Гауравани, что они сделали, чтобы сохранить честь и достоинство Гаудия-матха. Вот они пытались все это делать, но кто это понимает? Парампуджапад Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, до тех пор, пока вы не возвыситесь до нейтрального уровня, вы не сможете ничего понять, что говорить о баджане. Мне стыдно говорить это слово. Что такое баджан? Что сейчас под видом баджана происходит? Сначала нужно достичь нейтрального, беспристрастности. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил. Он Ачарий Лев, как Шрила Прабхупад Ачарий Кешари, он говорил, до тех пор, пока мы не достигнем нейтрального уровня, мы будем придерживаться какого-то изма, какой-то организации, что делать. Каждая пылинка в этом мире они могут засвидетельствовать, что можно видеть в этом мире под видом проповеди, занимаются чем-то другим. Даже некоторые ачарьи заявляют, что гармонисты, жрал Шрилы Прабхупады и Гауди, они уже устарели, нет толку их читать, но кто таким людям позволил быть на посту ачарьи? Gauriya, about, Sajjanta Sani, about this, nobody can, preaching is not possible. Who told you to go? И вот такие люди, которые заявляют, что очень Шрила Прабхупада устарела, и то, что толку от их проповеди? Они уничтожают как себя, так и свои неправильные проповеди, и все остальное. Let me see, Vala Nityananda, our application already they have submitted. Let us see, Nityananda Prabhu, what we... Мы посмотрим, что Нитьянанда сделает. Мы никогда не слышали такого от Шрилы Прабхупады и Гурварги, откуда они это узнали. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, чтобы поддерживать нейтральный, чтобы быть беспристрастным, если мне придется встретиться с различными трудностями на пути моей беспристрастности и нейтральности, если мне придется встретиться с разными трудностями, даже очень большими и опасными, но все же я встречусь с ними. И покажу, что такое настоящий идеализм всему миру. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, утвердить Сиддханту. И вот Махарадж написал статью на Бенгале, то, что Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если есть какое-то искажение фактов и сиддханты, какие-то люди, они
искажают факты. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, это обязанность, наша обязанность нас, как Гауди, исправить ситуацию. Для этого, если они борются, то есть, в общем, мы должны опровергнуть их, эти утверждения, вне зависимости от возникающих сложностей и трудностей. Наполеон, Гитлер, они имеют физическую силу и money power. By the power of arm and ammunition, by the power and Дурьодхана also. Можно видеть, как Дурьодхан, например, он хотел с помощью своей силы. И что-то, и вот Бхагаван Си Кришна спал и сказал: Дурьодхане и Арджуне, вы пойдете оба в мою комнату, чтобы встретиться со мной, и я исполню ваше, то, что вы хотите. И вот Бхагаван сказал, кого я увижу первого, тот из вас спросит то, что хочет. Дурьодхан очень хитер был, он стал перед головой, и когда Кришна откроет глаза, он меня увидит. Но Арджуна, он думал о лотосных стопах Бхагавана и стал у его ног. И вот если человек спит и проснется, кого он увидит, тот, кто у головы стоит или у ног. И вот Дурьодхан об этом не подумал. Break his sleeping, Bhagavan sleeping, to make pulasa, pull up us. Вот. Whenever, then what happens? Oh, Arjuna, you come, Duryodhana party, I come fast. Кришна, когда проснулся, сказал: О, Арджуна, ты пришел. Тут Дурьодхана начал возмущаться, я первый пришел. Почему тут Арджуна вообще появился? Ну, и я же сказал, кого первого увижу, того желание исполню. Подумал, что Арджуна больше захочет, чем он. И вот Кришна спросил, что же хочет Арджуна. Арджуна сказал: я хочу тебя. Дурьодхана сказал: все хорошо. Я думал, он какую-то армию спросит или еще что-то. И вот мы настолько глупы, как Дурьодхан. И вот и вот у нас есть огромное сокровище Гауди Сиддханта. Баладев Видьявушин говорит, Кришнадас Кавираж Госвами, этот океан Сиддханты. Но мы хотим попасть в океан испражнений. Ну что толку от этого? И вот Дурьодхан думал, что его проблема кончилась, поскольку Кришна, да, этот Арджуна ничего не попросил особо, и что в итоге? Панчо-пандавы они победили. Если Нитьянанда Баларама не на моей стороне,
что все могут быть против меня, но ничего не сделают. Я никогда не хотел быть гуру, но я должен действовать как гуру, это наставление Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада сказал, что мы должны стать гуру, но быть именно настоящим гуру. Шрила Прабхупада говорит, вы должны стать гуру, но мы не можем быть ложным гуру. Поскольку если вы не гуру, кто будет говорить харикатху? Кто будет говорить абсолютную истину? Только гуру может говорить об этом. Обусловленные души не могут. Какое бы положение он ни занимал, мы должны быть очень осторожны с этим. И вот таким образом Прабхупада Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, мы должны привести пример идеализма, совершенного идеализма. Мы должны показать всему миру идеализм, показывая факты. Даже если нам придется встретиться с какими-то сложностями, но все же мы должны посвятить свою жизнь как Куреш. Он ученик Рамануджачарья, он хотел посвятить свою жизнь, пожертвовать своей жизнью ради Гурудева, но мы не верим даже в это. И вот там Раван говорил ложь, Хираньякашипу тоже. Хотя Хираньякашипу в седьмой части можно видеть, он говорил как бы харикатху. Но думаете ли вы, что это настоящая харикатха? Он говорил о душе очень правильные, полезные вещи. «О, жены моего брата, чего вы плачете? Жизнь не вечна». Ну, по-хорошему, он сам должен понять, что жизнь не вечна перед тем, как другим проповедовать. Ну и сейчас тоже можно наблюдать, что некоторые говорят о невечности жизни, но просят им отдать все деньги и все остальное. То есть их слова с действиями их жизни очень расходятся. И вот Хираньякашипу просил оставить их невежество и перестать горевать, но сам он тоже был в невежестве. Если человек сам не невежествен, как он может избавить от невежества других? И вот моя речь подобна математике. Я говорю об абсолютной истине. И ты можешь ее сравнить с математикой, нельзя опровергнуть это.
И вот Чрила Кешава Госвами Махарадж, и главный признак, то, что мы не должны забывать в нашей жизни, это главный признак саду, то, что они естественно имеют огромную любовь к Гуру Вайшнавам. Это их главный и основной признак. Если у нас нет любви к Мадхава Госвами Махараджу, к Шрила Кешава Госвами Махараджу, то такой человек – демон. Можно видеть под видом духовности, некоторые занимаются только политикой. So that you can speak some harikatha, all your speech, all your writing, all material, all your speech. You play, I can show you. You play, I can hear. You can sit, I can sit. All material. One speech, they need editing for 6 months. Editing, false, false. They can get the crisp and put in. Why not? Why not you are ready? And you are fighting me? You put everything. You put everything in internet, what is my fault? You put everything in internet, so I'm just getting the cream, I'm getting the this thing and giving. Why you become angry? Why you become angry? I'm doing nothing wrong. No editing, no full stop, dot, everything intact, without any addition, unaltered. I'm just taking from there, putting here. And you become angry, why? И почему кто-то обижается, если мы повторяем слова нашей предыдущей Гурварги? Я не привнес ничего нового, просто показал то, что было, то, что есть. Шрила Бхакти Праджан Кешава Госвами Махарадж. Как мы можем понять, что он великий вайшнав? Он готов был посвятить всю свою жизнь ради Гурудева, ради Вайшнава. Он не мог терпеть никакой неправильной сиддханты. Однажды один известный пандит Смор Сиддхабада в то время там печатный этот станок появился первый в Индии под патронажем царя Махиндра Чандра. И вот этот пандит Рам Нарайан Видяратна его звали. Но когда он написал неправильный сиддханту, Шрила Кешава Госвами Махарадж был очень недоволен. Он сказал: «Мой брат, ты, наверное, плохо учил санскритскую грамматику. Как ты мог такую ересь написать?» И вот этот пандит там написал что-то, написал сотни книг, редактировал их, и потом и вот совершил какую-то ошибку насчет парана, чамана, и Шрила Кешава Госвами Махарадж написал ему в ответ, что что ваши ошибки, вот в этом подобные ошибки какому-то школьника, который не учил санскрит.
И вот человек Кешава Госвами Махарадж, он был подобен огню. Он был настолько беспристрастен, то что он его сиддханта, она была абсолютно неотлична от сиддханты Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж пишет. И вот я был в каждом храме в Майяпуре, Навадвипе, но они не заинтересованы в этом. У них нет силы. И вот здесь какой-то ачарья. Я сказал ему, что такая ситуация, так и так, что делать? Этот сказал, что я обусловленная душа, и спросил, если вы считаете себя обусловленной душой, зачем вы? Действуйте как ачарьи, раздаете посвящение, если вы сами признаете, что вы обусловленная душа, и зачем тогда быть на посту ачарьи? Бхарати Махарадж, мы должны понять, Бхарати Махарадж, я знаю его, я был очень близок с ним, и дурачить меня нельзя. Мой вопрос к вам, если этот же Бхарати Махарадж говорил, выступал против противников Гауди Матха. Поскольку они отклонились от пути Шрилы Прабхупады, и почему бы он не выступал против таких же противников Гауди Матха, почему бы он молчал? Возможно ли это или нет? Я хочу узнать, эмоциональность это не преданность. Если кто-то пришел в суд и плачет, это не значит, что он победит. Нужно смотреть на факты, судить по фактам, а не по эмоциям. И вот вопрос к вам, если Бхарати Махарадж написал так много против противников Гауди Матха, почему бы он продолжал молчать в случае с такими же противниками Гауди Матха? Если это такое происходит, то можно подумать на редакторов, что они там что-то под накосячили под его именем. Все не могут одурачить этими потасовками каких-то простых людей, но далеко не всех. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж был очень беспристрастен, он говорил так, как оно есть, его... Если кто-то спонсирует книги, которые пишутся против Гауди Матха, то как можно называть таких людей последователями Гауди Матха? Ну, это Махарадж, это Гауди Миссия говорит. И
И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что мы не хотим читать его книги, но вначале мы хотим узнать гуру этого Субаса, который написал эту книгу. Это Махарадж рассказывает про Сундарананду, который был учеником Шрилы Прабхупады, потом оставил его, потом начал писать книги против Гаудия Матха. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж спрашивает, кто его гуру. Прежде чем читать его книгу, нужно выяснить, кто его гуру. Поскольку на духовном пути у нас должен быть гуру. И вот можем ли мы принять Шакьявеш Аватару Парашураму? Если кто-то хочет следовать Парашураме, то пусть ему и следует. И вот человек Кешава Госвами Махарадж был настолько беспристрастен, что даже во сне вы не можете представить, он даже выступал против своего собственного брата. Здесь можно наблюдать, как некоторые люди, занимая пост ачарьи, собирают деньги и дают их своим родственникам. Во Вриндаване есть Сриджи Баба. Он открыл много школ, колледжей, университетов. Он не саду с Гаудия Матха, но какое у него большое сердце. А у нас, к сожалению, не можем наблюдать некоторые люди на посту ачарьи, собирают деньги по всему миру с преданных и отдают их своим родственникам. И even you are bound to speak lie. This is your position. So, Парвея Кешава Госвами Махарадж. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж однажды выступал против своего старшего брата. Against his own brother. Follow. Don't like to meet with him. Не встречался с ним, не хотел видеть его, поскольку тот отклонился от учения Шрилы Прабхупады. I also love Mayadevi and Jomaya, not Mahamaya. I love Mayadevi. Я также люблю Майю, не Йога Майя, а Махамаю. Длительно было. А Шанкар и Парвати я их очень уважаю. Но это не значит, что я должен следовать их пути. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж был настолько беспристрастен, что даже когда его брат отклонился от пути от Гаудия Матха, то он так и сказал ему, какие-то ученики из Девананда Гаудия Матха были в Кришнагаре по каким-то какой-то деятельности. И вот по пути они зашли, встретились с братом Кешава Госвами Махараджа, приняли прасад там, потом вернулись. Шрила Кешава Госвами Махарадж повторял харинам на веранде, заметил их, спросил, что так долго. Вроде там дело недолго было. Но мы тут зашли в этот, к вашему брату, в его миссию и приняли просад там. Зачем вы туда пошли? Сейчас вам нужно 3 дня поститься и помыть ваш рот каковой мочой и навозом, чтобы очиститься. И
нужно выблевать то, что съели. Зачем вы туда пошли без моего разрешения? Вот сейчас в качестве искупления нужно это делать и три дня поститься. И вот поняли ли вы сейчас настроение преданного, такого как Шрила Бхакти Праджна Кеша Госвами Махарадж, они никогда не идут на компромиссы с моей. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он также был так беспристрастен, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Госвами Тхакур Прабхупад, они никогда не шли ни на какие компромиссы, ни с чем. Но компромисс, значит, оставление что-то хорошего и принятие плохого. Можно привести пример с какими-то этими договоренностями между странами. Они идут на компромиссы, что-то принимают или идут на какие-то уступки. Но чистые преданные никогда не идут ни на какой компромисс с Майей. И вот перед всем миром, это моя просьба, те, кто заявляют, что они гаудии, это моя просьба к ним, пожалуйста, найдите хоть единую ошибку. В жизни Шрилы Кешавы Госвами Махараджа, его жизнь идеальна. Как я жизнь Шридхара Махараджа, Шрилы Бхакти Прамодапури Дева Госвами Махараджа? Можете ли найти хоть одну ошибку в их жизни? Нет. Поскольку они чистые вайшнавы никогда не говорят лжи. Никогда не идут ни на какие компромиссы, а люди, обусловленные люди, занимающие посты ачари, можно видеть, они даже не могут контролировать свои органы чувств. И вот это все доказывает, что они обусловлены душой. И вот главный признак, я много раз говорил об этом, главный признак чистого саду, это то, что у него есть сампрадайк ништа, гуру ништа и сиддханта ништа. Он никогда не оставляет это. Он верен, у него есть огромная вера в его сампрадаю. У меня настолько много веры в мою сампрадаю, что бы вы со мной ни делали, я все равно буду повторять. Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад. И также у него должна быть любовь к Гуру и Вайшнаву. Я любил Сатья Говинда Махараджа, обнимал его, он был в нашей матхе. Гири Махараджа. Нананда Бабу. Они гораздо старше меня, но они любили меня.
Они сидели со мной и говорили о Сиддханте, рассказывали, что было во времена Шрилы Прабхупады. У меня есть письмо от Шрилы Санта Махараджа. Санта Махараджа, когда я был, нищим, да и сейчас я нищий. Something coming, it's open place, I mean, for both of us. Take. No secret place, nothing. But still, I had my tremendous desire. У меня есть огромное желание. И сейчас оно есть. Tremendous desire. Whatever you are giving me, 50 rupees, is you are giving 100 rupees, all I used to collect. All acharyas know. All acharyas, you ask them, Sam Baba, how you used to publish book? Вот Махарадж хотел опубликовать книги. И вот однажды он опубликовал 9 книг с Окла Пресса в Дели. И в то время, в соответствии с желанием Гуру Падмы. Так Махарадж очень со скромными бюджетами публикует все. So surely he can give me power. Bhagavan watching what I am doing. Not that in front of you I can show that I am a big sadhu and when I go to home, I mean bhajan kutir, nobody watching me. I can do whatever. Then I cannot get power. It's called kapha. Sadhu должен быть всегда sadhu. То, что он делает на публике в уединении, это то же самое. Это тот же баджан, те же принципы, всегда у него одни и те же, даже больше. И это признак силы Кешава Госвами Махараджа. Вот Гуру Махарадж, он написал какой-то комментарий про него, и Гуру Махарадж говорит, что такой великий вайшнав он. С его уходом мы потеряли такой бриллиант. И вот настроение Шрилы Кешава Госвами Махараджа, когда этот и вот во время этого суда, после распада Худа Шрилы Прабхупады и распада Гаудия Матха, и вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он писал, и Бхарати Махарадж, он был очень разумен среди всех. Бхарати Махарадж был самый разумный среди всех. Я таких никогда не видел. Даже посмотрев на человека, он мог понять, кто есть кто. Not there, but really intelligent. Really intelligent. So intelligent, so intelligent. Impossible at this present world. In true sense. So, Bharati Maharaj used to write but Bharati Maharaj case for me. You know, after that, Sridhar Maharaj was the only personality to check up all legal points. И вот, в общем, в итоге это судебная тяжба.
они проиграли, ну, судья проиграли, в смысле. Но братья Махараджи сказал Кеша Махараджи, смотрите, мы пытались сколько день и ночь тут судились с ними. И как мы проиграли. Шрила Кешава Госвами Махарадж сказал, что ты говоришь. Мы проиграли, нет. Смотри. Они победили в суде внешне, но они проиграли. А внешне мы проиграли, но мы победили, и какое-то значение. Мы там судились по поводу этой Гаудия миссии, то, что они хотели продать все собственность Шрилы Прабхупады, и прекратили повторять святые имена вслух, петь Махамантру. Мы... И они прекратили принимать саньяс, вот, но чтобы сохранить собственность, чтобы их посуду не отобрали, им пришлось сделать вид, что не следуют наставлениям Шрилы Прабхупады, перестали продавать собственность Шрилы Прабхупады, начали повторять Харинам громко и петь, и 18 своим последователям дали саньясу, чтобы показать, что мы вот это следуем всему. И поэтому и вот чтобы показать суду, что они тут все делают и что завещал Шрила Прабхупада, хоть это буквально произошло в самый последний день, когда поняли, что они проигрывают. Пришлось им все делать, и вот даже Харе Кришна громко повторять. Вот смотрите, вот у нас тут санкиртана происходит, и суду действительно нечего было делать, как согласиться с этим. И в итоге эту собственность так и оставили им, но хотя внешне вот они... Внешне они выиграли, но проиграли, поскольку поступились всеми своими принципами. А вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он проиграл в суде, но выиграл так глобально. И вот смотрите, насколько разумен Шрила Кешава Госвами Махарадж. И вот даже... С помощью судебной тяжбы он может удовлетворить Гурангу, говоря какую-то жесткую харикатху. Нитянанда Гуранга доволен его действиями. I declare all of you. Those who cannot digest this kind of absolute truth, please don't come. Avoid Baba. И вот те, кто не могут потерпеть такую абсолютную истину, я прошу их не приходить и не бояться. Кто такое говорил когда-то, только я. You declare to save them from Pala. Don't come. Don't come to me. If you are unable to digest. Если вы не можете переварить такую абсолютную истину, то не приходите. Когда сможете, то приходите. И вот признак, один из главных признаков вайшнава – это верность сампрадаи, сампрадаи ништа, гуру ништа, сиддханта ништа. На следующий день я более подробно объясню, и в тот день. И вот.
way you are running. I can prove which way you are running, just wrong way. Just in infinity pure, you cannot get respite. In infinity pure, you cannot get respite. In infinity pure, you cannot. Three times speak to confirmation. I'm so confident about what I'm speaking. Я очень уверен в том, что я говорю. И Вайшнава Ништа в тот день. Сейчас я повторю шлоку, объяснять буду послезавтра. И в дальнейшие дни. И вот Шрила Джива Госвами Пад пишет в Сандарбхе. Гурубхагня тат-севан авиродена ча аннешам опи вайшнаванам севанам срем. That I can explain next week, not today. Now today I can speak one thing to prove that what is the tremendous love. И вот я, чтобы как доказать, что у нас есть огромная любовь к Гуру Вайшнавам. Я готов посвятить и пожертвовать всей своей жизнью ради Шрилы Прабхупады. Поскольку я знаю, что Шрила Прабхупада спасет меня. Я никогда не говорил, что хочу достичь Гуранги. Нет, я хочу достичь Шрилы Гурудева, Шрилы Прабхупады. Если я достигну Шрилы Прабхупады, то я увижу Шрилу Кеша Госвами Махараджа, моего Гуру Махараджа и Шридхара Махараджа. Я никогда не говорил, что хочу достичь Гуранги. Нет. Кто такой Гуранга? Я хочу достичь Шрилы Прабхупады. И это очень просто для меня. Это более практично и надежно. И вот сейчас я могу привести один пример, с помощью которого поймете, что такое вайшнав, вера и любовь к вайшнавам. Нас Нарахари Прабху, он был матерью Гауди Матха, он день и ночь совершал служение. Никто не знал, когда Нарахари Прабху ел или спал, он был матерью Гауди Матха, и в итоге он заболел из-за пренебрежения своим здоровьем. И в итоге что случилось? Его ну, в общем, заболел чем-то, что даже воду не мог пить, а рвота происходила. И преданные сказали: «О, Прабху, если кто же будет служить с таким здоровьем, вам нужно лечиться». И вот и когда Нарахари Прабху исполнял все свое служение, Шрила Прабхупад был очень доволен его служением и ни о чем не беспокоился. И Винода или Кешав Махарадж. И вот они сказали: «Пойдем к доктору». «Нет, не пойду». «Почему?» «Если пойду к доктору, не смогу служить». И вот Шрила Кешав Махарадж, он взял его за руку и сказал, что лучше в общем, Нарахари Прабху сказал, что лучше умереть здесь, чем в госпитале. И Шрила Кешав Махарадж, шутя, сказал ему: «Я знаю, ты хочешь прославиться как, как умеревший от служения, хочешь
чтобы прославиться так, умря от севы, в процессе севы, такой прославиться, чтобы тебе там думали хорошо, но там стало неудобно, и, в общем, согласился он поехать к доктору, и вот поехали в Бангладеш, тут рядом какому-то Двараканатхарай, или как-то так звали, и вот тот мог посмотреть на человека, пощупать его и определить, чем он болеет, и вылечить. И вот, когда они пришли, доктор встал, поприветствовал и сказал: «Проходите без очереди», хотя очередь достаточно большая была. И вот он сказал, что из-за пренебрежения своим здоровьем он так докатился до этого. В общем, этот аюрведический доктор его вылечил. И вот хотя Нарахари Прабху внешне был необразован, человек Яшо Госвами Махарадж очень уважал его и никогда такого не говорил. Как мы можем говорить, что Вамши Дас Бабаджи Махарадж, он из семьи рыбаков происходит, это неуважительно. Это говорит о том, что тот человек, который говорит об этом, он просто глупец, не знает философии. И вот, когда Винода вернулся в Гаудия-матх, оттуда, от этого доктора, он был в Бангладеше, Джашоре. Мой Гуру Махарадж тоже с этого Джашора, и там он встретился с этим аюрведическим доктором. Вот он хоть и не хотели навестить этого доктора, все пациенты сидели, ждали его. И вот доктор, когда он увидел, что Такур Масай пришел, он оставил все свои дела, пришел и сказал: «Хочу сделать что-то, нечто, что пригодится мне для следующей жизни, после того, как я оставлю это тело, и хочу какое-то духовное сокровище». Вот он поклонился ему, и после этого что случилось? Нарахари Прабху благословил его, и этот доктор оставил тело сразу же, просто поклонившись Вайшнаву. И получив его благословение, Кешава Махарадж сказал: «Сколько милости, сколько бесконечной милости Нарахари Прабху, он мой гуру». Шрила Кешава Махарадж плакал, как ребенок. Когда Нарахари Прабху ушел, Кешав Махарадж был как пятилетний ребенок, плакал, считал себя беспомощным. Понимаете, когда гуру Вайшнава говорят как-то жестко или бьют вас, вы должны быть очень счастливы, что вы получили от них их милость. Но не все это понимают. Кто-то думает, что Вайшнавы их враги. Вы, если посмотреть, некоторые люди враги сами себе. Враги своего настоящего я. И что же делать? Все. Шрила Бхакти Праген Кешава Госвами Махарадж предложил все лотосным стопам Шрила Прабхупады, все, что у него было. И после ухода Шрила Прабхупады он очень жалел, кто будет называть меня глупцом. Сейчас вы ушли. О, Прабхупад, вы ушли. Кто назовет меня глупцом?
Я хочу слышать это с ваших лотосных уст. Это такие прекрасные отношения между вайшнавами. Но не все этого это понимают. Кто-то думает, что я их враг и выступает против меня из-за своих предубеждений. Что же делать? Васаха карма гунано ашуно гурварте дхаре джасту шашишаха на итарасвитаха ванча калпатарушча кипасинда бхавича патитанан бхавану бхавишна бхюнма шапар сасила Прабхупад ки джай ху шапар сасила бхакти сиддханта сарасвати госвами тхакур Прабхупад ки джай шапар сасила ачарья кесари парамджая кешава госвами махарадж ки джай тодью абирвад тити парам мамас гоут премананде С полным энтузиазмом мы должны совершать служение, и я обещаю вам, вы обретете.